Всем привет-привет, друзья. Привет-привет. Коктейль ТВ в эфире, снова Яша и мой отец Станислав Николаевич. Ну и сегодня у нас зверь. Черный зверь, друзья. Собак. Звериный напиток. Дикий собак. Я правда думал, чудовище это. Beast. Best in the Beast, да, там был красавец-чудовище. Станислав Николаевич говорит, это игра слов. Лишь бы игра виски не была здесь. Ну, интересно, ведь он российский производитель. Все-таки, да. Да, Ладога, друзья. BNB. Раньше было JNB, сейчас BNB. Время меняется, напитки меняются. Но опять же, виски до 1000 рублей получается. Возможно. Ну, недорого. Невозможно. У нас продается, допустим, в сети Лион где-то по пределу 900 рублей, 900 с копейками. Ну, 999, да, до 1000 рублей получается. Так я не понял, импортный он все-таки или нет? На этикетке написано импортный, а везде на сайтах пишут то, что... Производитель Ладога. Производитель Ладога все-таки, да. Как вот, не до конца я это понял. Взяли мы сегодня такие бокалы. Роксы, тумблеры, не знаю, как они там... Ну, это специальные для... Специально для такого виски, для бленда, да. Че? Для таких блендов. Что, почитаем? Давай. Друзья, что у нас тут пишут? Традиционный купажированный виски из сердца Шотландии. То есть, это получается что-то типа Хайленд, да, там должен быть. Напитку присущий глубокий янтарный цвет с оттенками червонного золота. Ну, господи, ну, вот прям вот так вот, да? Красиво, могут писать, могут. Ну, я не знаю, насколько это красиво. Червонное золото. И гармоничный букет с нотками ванили, ириса и цитрусов. За счет высокого содержания солода виски обладает мягким вкусом и хорошо сбалансированной сильной структурой. В общем, состав. Произведенный в Шотландии висковые дистилляторы на основе... Дистилляторы. Вентиляторы. Вентиляторы там, да. За счет вентиляторов как бы привезли. Да. На основе ячменного солода и пшеницы. Пшеница здесь. С выдержкой не менее 3 лет. Вода питьевая исправленная. Краситель. Сахарный колер. 40 алкоголя. Изготовитель Скоттиш... так, вы же где-то по-русски есть перевод? Scottish, да. Independent Distillers Ltd. Соединенное Королевство. Ну и все. И Ладога. В общем, Ладога. Ну, Ладога. Ладога молодцы, если честно. Ну вот как тебе такая бутылочка? Стандартная? Я бы такое. Вот с таким дизайном вряд ли бы купил. Да? Я бы что-нибудь поинтереснее придумал. Ну, это прямо какой-то вот. Это, да, нижняя полка наша получается. Так оно как бы есть нижняя полка, да, ну что-то вот, что-то поинтереснее. Я не знаю, кто это будет брать просто, для кого. Кто-то виски любит с такой этикеткой, вряд ли возьмет BNB. Ну, кто любит солодовый. Да, не то, что солодовый, даже купажированный. Ну, что-то будет искать более такое известное или что-то там, ну, похоже. Не, ну, кто, люди же бывают разные, допустим, на пробу почему бы не взять. BNB? Ну, вообще, новые виски, когда увидишь, всегда интересно попробовать что-то для себя, открыть новое. Не всегда. Не всегда? Не всегда для него, да. Ну что, ищи. Тут как бы, да, надо пробовать. Ищи тут эти вкусы. Ванили. Ну, в таком бокале, конечно, ванили ничего не выдает вообще. Тут аромат-то, наверное, как бы и не стоит, да, прямо так. Ну, пахнет виски. Ну, слушай, цитрусы... Виски. Ну, плохим, плохого я ничего не скажу в аромате. В принципе, аромат неплохой. Висковый аромат. Да? Да, вот такой виски даже, наверное, можно льдом все-таки подразбавлять. Да. А мне кажется, даже бы еще больше бы ботчику начала бы играть, как бы, знаешь, потому что в таких виски добавляешь лед. Уже обычно 40, как обычно, да? Да, я сказал. Ну, давай будем пробовать. Что тут об аромате говорит? Да. Такого виски. Такой напиток либо да, либо нет. У него два варианта. Другого нету. И задумался, да. В принципе, на первый глоток вообще не обжигающий, вообще абсолютно не обжигающий. Резина, яблоки. Я просто, давай, наверное, поговорим про солод и зерно. Солод чувствуется.
Ну, его здесь не как в Тичерсе, 100%. Да нет, конечно. Чё, Тичерс, он дымчатый, все-таки там все-таки дымка есть, а тут же нет вообще никакой дымки. Ну, там много солода. Здесь, вот на первый глоток у меня прямо резина вот упована. А вот не знаю, как дальше будет. Откуда она тут взялась, резина, интересно. Ну, как бы, в принципе, выпили, да, глоток? Как да. Ну, в принципе, а просто таким виском только такой ценовой... с таким ценовым сегментом виски только так и говорить, либо да, либо нет, либо возможно это пить, либо невозможно, потому что, ну... Ну, первый готов было неплохо. Тяжело сделать хорошие виски. Да, конечно, конечно. В такой цене. Дорого. Это дорогая тема. Нет, резина от меня сегодня никуда не ушла. Она осталась. А сейчас на конце вообще горечь пошла. Да. Приятно. Почему? Как горький. Горький пошел. Слушай, вообще горький глоток. Очень пошло много горечи. Может, кислые мандарины какие-то. Кислые мандарины в подгнившем ящике деревянном. Да. В таком. Ну, даже не то, что подгнивший, но какой-то вот он... Ну, вот горечь, как будто от косточки, знаешь, вот такая вот... Или вот ящик, знаешь, вот такой вот немножко... Ну, ты знаешь, ящики бывают такие деревянные, из тоненькой фанерки вот эти вот ящики. Которые быстро гниют. Типа вот они какой-то привкус такой, вот у них ароматика такая вот, и вот это вот что там. Как бы здесь бочечка есть? Есть. Именно вот ящик. Ну, вот ты прав, вот мне кажется, вот сюда льда не хватает. Да, да. Со льдом, кола, вот эта вся движуха. Со льдом, виски, вот этот виски. Яблочный сок. Ну, вот вся эта движуха... В принципе, я могу в чистом виде его попить спокойно, он нормально, неплохо пьется, но вот запах вот этот, блин, не запах, а... Вот честно, вот, знаешь, вот как пьют такой напиток? Вот как вот пьют? Вот берут вот так вот, вот так вот, только здесь что-то там, типа, яблочного сока. Или делают вот так вот. Ну, ты изобразил. Ну, примерно вот так вот это делают люди. Ну, сколько я знаю, как бы. Ну, плюс-минус там. Ну, может быть, там не так сильно. Да, ну, такое у тебя лицо было, что ты какой-то мочу пил. Ну, люди алкоголь часто так пьют. То есть, для них весь алкоголь – это водка. А зачем они покупают виски, я вообще не понимаю. Не, ну, ничего такого супер противного я здесь, конечно, нет, не заметил. Нет, неплохой виски, я так скажу, за 1000 рублей, если то-то неплохой виски, попить можно. Но вот этот привкус резины у меня все равно во рту стоит, я не знаю почему. Хотя в аромате его вроде нету. Вы знаете, да, вот даже во рту сладость такая остается почему-то. Она уходит, вот когда выпиваешь, уходит в горечь, а во рту остается сладость. И сладость такая солодовая. Я не скажу, вот зерновых здесь так много не чувствуется. Не знаю. Чувствуется? Да. Ну вот для тебя, видишь, вот совсем разные вкусы, ароматы и все прочее. Таких здесь 90%, если не 95%. Ну сколько здесь? Но у меня солод остался, вот во рту есть солод все равно. И закусывать я вот этот виски не хочу. Но. По крайней мере, вот то, что мы сейчас попробовали. Ну и мы попробовали, это тут 5 грамм всего. А если побольше пить, так нет, это только под закуску, конечно. Да? Это, во-первых, коктейльная тематика, 100%. Вот, да, 100%. Это что-то типа под запивон, да, как, ну, как у нас пьют? Чего уж, пьют у нас 90% людей, это под запивон. Вот такой сегмент, это 100%. Все запивают кока-колой, соком, пьют его из стопок, даже не из бокалов так таких. Естественно, что. Пьют его из обычных стопок, как водку, абсолютно один в один. Это пьют вот именно так вот. С соками, тому подобное. В этом плане, да, то есть, ну, так, что прям... Конечно, наслаждаться тут никакого... Нет, наслаждения тут нету. Нету никакого желания, и вообще это не нужно делать. Но... Да. Нет. Ну, это... вот, это чисто застольный вариант, вот и все. Коктейльный застольный вариант, вот так скажу. Да, в коктейльчиках, наверное, было бы неплохо, но, блин, нет. Что-то не то. Чуть-чуть до виски почему-то не дотягивают. Вот сейчас я уже что-то в конце я могу сказать вывод, что до виски он не дотягивает. Да, вроде поначалу еще как-то... Да, что-то вроде нормально было. Сейчас вот уже чувствуешь во рту, что там как будто красителя много какой-то. Красителя? Да вообще не знаю, что там. Они там не краситель. Намешали что-то, короче. Там виски много.
Шотландского. Не, ну, че. А, ириска. Господи, я думаю, что там такое? Так вот, свада, это ириски остаются, да? Они ее растопили и водку засунули. Там же ириска, мы ничего не поняли. Там ваниль, ириска и... Ванили, слушай, тоже очень мало. Если она есть, то ее мало. Она не выпирает вообще. Ну, им бы сюда вот надо было палочки-то кинуть эти вот. Еще корица туда, палочки, еще что-нибудь. И получилась мамахуана какая-нибудь. И было бы здорово. Блин, ну вот честно даже. Ребята, что эти, конечно, хорошие, ну, виски, я не знаю. Пробуйте, напишите, кто пробовал такой виски. Я так скажу, что вот это коктейль для застольный вариант, все. Попить, ну если захотите, конечно, но я во второй раз точно такой не возьму. Любой напиток имеет цену, да, вот это все, оно же как бы составляющее, то есть, конечно, ты там тот же даже J&B, который тоже мне не нравится, да. Немного он на самом деле убежал от этого напитка, но он стоит уже раза в 2,5 дороже. Ну, в 2 раза да. Дороже, да, сейчас уже, ну, мне так кажется, не знаю, конечно, сколько он стоит, но, наверное, в 2 раза дороже. То есть, взять... Я даже не знаю, ну сейчас что там брать, я не знаю. Ну, Fox and Dogs как бы поинтереснее. Знаешь, что захотел? Ёжиков. Прямо сейчас ёжика съел, знаешь, мясо с рисом, знаете, такая фигня. Вот под это закусить-то. Вот было бы шикарно. И полстакана налил, хлопнул, ёжиком закусил. После смены пришел, знаете, устал. Давай! Шотландца показал. Русского шотландца, знаешь. С Урала, с завода там. Да. Все масляные. Здоровый такой. Пофиг, что там резина, да? Тебе надо этого. Да. Жесткого зверя угомонить, знаешь. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на все наши каналы. Ссылочка все внизу. Кому интересно, бокалы тоже обращайтесь, пока еще есть они. Так что давайте будем прощаться, наверное. Всем прекрасного настроения. Всем пока-пока. Ну что в него говорит? Фу. Я даже пить хотел. Он дальше вообще встал. Сначала ты еще... Ты первый там глоток еще другой. Ты еще как-то, да, два еще что-то, а потом такой, бля, сейчас с тобой вообще не так-то.